Гуманитарная помощь из России прибыла в аэропорт Душанбе. Это для жителей, которые пострадали от летних стихийных бедствий. Эта акция является очередным свидетельством особых отношений между Россией и Таджикистаном. Отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Заверяю вас, что в трудную минуту таджикский народ всегда может рассчитывать на помощь и поддержку Российской Федерации. В России все это воспринимают как близкую беду, я имею в виду вот стихийные бедствия, как близкую беду братского народа. Поэтому то, что мы привезли сегодня, это частичка того, что российский народ смог сегодня оказать такую практическую помощь. Если надо будет, конечно, всегда можете рассчитывать на такую помощь, на простую помощь простых людей. Самолет МЧС России доставил около 40 тонн груза. В основном это продукты питания, сахар, мясные и рыбные изделия, детское питание, а также мобильные электростанции. Напомню, из-за аномальной жары в Таджикистане начали таять ледники. В результате жителей высокогорных регионов страны накрыло селевыми потоками.